Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас 13 августа 2022 года. Меня зовут Сергей, и вместе со своей супругой Людмилой вышли в лес поохотиться. Несмотря на засуху, найти грибы. Сегодня наша охота будет происходить ближе к горной части нашей республики Адыгея. Напоминаю, что мы на юге России. И мы начинаем сегодняшнюю охоту. Идем только вперед, идем по грибы. Грусть перечный. Пока попадаются только такие грибы. Здесь под маленькой такой пихтой. Вот такая вот молодежь. Друзья, грусть перечный. Ну-ка попробуем их изъять. Да, вот такие молоденькие они, свежие, хорошие грибочки. Ну, конечно, по вкусовым качествам с настоящим груздиком-то они соревнуются. Но у нас настоящих груздей пока я не находил. Нет таких лесов у нас пока. Ну, надеемся, может, найдем. Идем дальше. А вот какая встреча с летним опенком. Правда, он уже немножко испортился, уже постарел. Но все равно приятно увидеть. Столько много грибов. Вот такой пень красивый. Цветет грибами. Столько ходил, грусть перечный только попадается. И вдруг, вот просто чисто случайно, вот такой маленький грибочек. Вообще непонятно. Чистенький такой. Под шляпкой все шикарно у него. Просто красотень. Вот это удача. Ну, не знаю, будут ли еще. Или это просто как бы заманушка маленькая такая. Чтобы возбудить интересы, мы бегали и бегали. Идем дальше. Нашел первый гриб, начал внимательно присматриваться. Вот не знаю, что это такое. Но это может быть иволуй. Да, вот такая вот подляночка. Думал, еще белый, обрадовался так. Вот так он может маскироваться. Думал, молодой белый, но не тут-то было. Идем дальше. Ежовик желтый. Вот такие вот классные грибочки нам попались. Как бы друг другу приросли они шляпками. Здесь посерьезней такой вот экземплярчик. А ну-ка. Во! Вот характерный споровый мешочек. Ежовик желтый. Классный гриб. Идем дальше. Здесь вот так незаметно стоит маленький белый. Даже не могу его, крепко он тут прирос. Вот такой малыш. Значит, могут даже попадаться нам белые. Ну, там был еще срез старого. Кто-то не взял, он червивый, бросили его. Ну вот этот, мне кажется, будет хороший, крепкий такой, хороший грибок. И мы идем дальше. Вот хочу показать этот маленький грибок. Довольно-таки нормально. Так, сейчас резкость. Да, хороший, чистенький, прекрасный гриб. Идем дальше.
Здесь вот какая лисичка попалась. Одиночно стоящая, но выглядит вообще зачетно. Продолжается, конечно, попадаться грузди. Мы от них не отказываемся. Берем на засовочку. Вот такой. Вообще шикарный, маленький такой. Ну, чуть побольше. Вот такие груздочки. А здесь уже побольше лисички. Вот такая какая-то она интересная. Сейчас мы ее, засыпанная хворостом. Во какая мощная. Это вообще вот такая вся ажурная. Вот такие две красавицы. Ну и дальше вот парочка, по-моему, мелких таких. Не знаю, одна, по-моему, что-то с ней не так. Ну вот. Вот такая вот. Такое впечатление, кто-то прячется за этим деревом. А ну-ка проверим. А вот стоит беленький грибок. Хорошего такого размера. Ну-ка. Какая мощная у него нога. А ну-ка. Возьмем его. Так, прикрываем сразу здесь. Хорошенечко. Ну так он зачетно смотрится. Есть тут, конечно, что-то под шляпкой. Выли в нем такие ямы, бугры. Слизни, ну, пойдет. Берем, идем дальше. Подмолочник попадается или молочай. Мы его пока не берем. Все, надеемся что-то посерьезнее найти. А вот здесь какой-то трутовичок. Это вообще бомба. У него даже ветка вросла в него. Вот, сухая ветка. Она сквозь него. Вот ее начало или там конец, не знаю. Вот такая громадина, вот рука моя. Красивый такой, крепкий такой, как дерево. Здесь еще один есть, этот, мне кажется, помоложе. Вот такой вот. Тоже. Мощная конструкция. Можно залазить на дерево. Опираясь на них, наверное. Здесь вот лисички у нас. Вот такие вот они красивые. Немножко пострадавшие от кого-то, не знаю. Но это нормально. Вот. Здесь какая-то маленькая такая. Ну, это уже высохло, мы ее брать не будем. Забираем эти. И здесь рядом еще у нас есть немножко лисички. Вот такая вот. Прямо пучок. Сросшиеся такие вот. Классная такая группа из трех лисичек. Но остальные очень мелкие. Мы их брать не будем. Идем дальше. Ну вот какой красивый стоит, молодой. Во! Какой вообще зачетный.
Жаль, редко попадается. Но вот это гребня. Вообще шикарно смотрится. Красивый такой. Классный грибок. И мы идем дальше. А вот какой скалодром из трутовиков. Вы посмотрите, сколько их. Это просто множество. Вот я не пойму, какой-то гриб попался. Крепенький такой. Опа! А, это полубелый. Полубелый грибок попался. Нашли вот такое место. К сожалению, опоздали. Вот подосиновики стоят. Уже коричневые. Взять нечего. Вот этот какой-то маленький, небольшой. Нормально. Идем дальше. Здесь на откосе стоит более-менее хороший такой. Чистый, мне кажется. Здесь вот маленький, но ему что-то не захорошило. Так, идем дальше. Еще один стоит. Не знаю, в каком качестве. Тут откос, боюсь вообще съехать. Да вроде бы как еще пойдет. Нет, этот уже мы брать его не будем. Он уже перезрел. Ну, вот так вот его вот здесь вот так вот положим. А эти забираем. И идем дальше. А здесь вот такой вот стоит. Тоже неплохой, мне кажется. Еще крепенький, хороший такой подосиновичек. Там дальше стоит вот мелкий, но я его трогать не буду. Он, по-моему, не захорошило что-то. Ну, может, выживет, нет. Ну и дальше вот такой подарочек. Вот такой вот классный грибочек. Прикрываем. Ну, вот такой улов. На этом небольшом таком месте мы нашли такие вот грибочки. Идем дальше. Такой красавец нам попался. Вот такая вот красота стоит. А ну-ка. Во, такой треск. Прикрываем здесь и показываем вам во всей красе. Ну, вообще шикардос. Такой весь из себя классный подос, подосиновик. Вот это грибня. Классная находочка. Уже темнеет, но мы хотим все-таки еще найти такого грибочка. Идем дальше. В таком густом, темном ежовик желтый, такой мощный, сросся. Сросток такой из нескольких. Ой, шляпки немножко поломала. Вот такая группа. Ежовик желтый. Уже видно споровый мешок у него. Вот такая. Дорогие друзья, ну вот и подошла наша сегодняшняя охота грибная к концу. Итог у нас, конечно, микроскопический. Вот такая вот корзиночка небольшая. Это у нас грусть перечный. Мы взяли за засылку. Ну, можно было взять и больше. Но нам вот этого достаточно. Мы немножко решили засолить. Вот. Ну и вот, как бы на дне корзиночки немножко подосиновик. Подосиновиков, немножко белых, немножко ежевика желтого и лисички. Ну и один
полубелый гриб. Наша грибная охота понравилась. Мы вообще не ожидали ничего встретить в лесу, потому что засуха. Сегодняшняя наша охота была в районе Лаганаки. Ну, мы довольны сегодняшним днем, получили множество эмоций. Грибов, конечно, практически нет. Вот, много пройдено. Но мы довольны. Погода здесь хорошая, прохладная. Свежий воздух. Много красоты увидели. Ну а мы с вами прощаемся. Желаем вам добра, здоровья, удачи. Всяческих успехов. И до скорой встречи на нашем канале. С вами были Сергей и Людмила. Наша республика Адыгея.